Да, мы готовимся всей семьей провакцинироваться обязательно. Были антитела, не вакцинировался, сейчас задумываюсь об этом. Ну то есть планируете да. Все-таки вакцинироваться? Да, планирую, конечно. Только результат на антитела получил. Выяснилось, что уже есть антитела. Обязательно, в первую очередь. Меня свекровь вакцинировалась, друзья вакцинируются. Это в первую очередь. Нет, я не вакцинировался, я переболел недавно. У меня еще титр антител высокий. Вакцинация, она важна? Я считаю, что важно, да. Мне кажется, это необходимо. У нас же, мы же все делаем прививки от гриппа, от кори, от всего заболевания. Это новое заболевание, значит, и от него тоже нужно прививки делать. Да, безусловно, важно. Мне кажется, что да, то, что это не будет заражаемости. Нужно прививаться. Чем быстрее мы все привьемся, тем быстрее мы поедем на море, за границу и везде. И всем будет хорошо, и все будут здоровы.